Работы очень много в этом приюте в плане того, что смотрите, какие будки картонные. Сейчас мы будем заказывать сад сена обязательно, ну хотя бы как-то, чтобы потеплее было. Ночи холодные, и ветра уже задувают. Но это, конечно, безобразие, которое оставил нам фонд в этом приюте. Ну, нас трудности не пугают. Мы к ним готовы. Это моя здесь чернушечка, которая у меня здесь сидит. Она и так черная, еще темно здесь. Ну ладно, привыкаем. Разговариваю с ней, подхожу. Да, вольера оставляет желать лучшего. Ну ладно, хотя бы крыша над головой. Все равно мы, конечно, будем стараться, пытаться. Да, ребятки, не переживайте. Все, вольера, чистенько, водичка есть, убрано, опилочки немного. Да, ребятки?